сейчас я вам покажу, как реально зарабатывать вот такие вот деньги каждый день. Вы меня давно просили показать рабочий метод, поэтому смотрим. Вот мои доходы за неделю. Это мой Яндекс.Кабинет. Я не знаю, сколько будет еще все это работать, поэтому показываю вам и надеюсь, что вы в знак благодарности отправите мне часть своей прибыли. Весь заработок проходит на одном сайте. Это сервис. Он продает различные интернет-аккаунты от AliExpress, eBay, Google и другие. Аккаунты можно использовать как для своих целей, так и сразу продать через биржу и на этом хорошо заработать. Вот, например, аккаунт Google номер 5555, его можно продать на бирже за 2000 рублей, а на сайте купить за 280. То есть можно заработать 1720 рублей. Вот другой, наоборот, невыгодно покупать, потому что на бирже будет стоить примерно 500 рублей, а здесь стоит 1700. Поэтому обязательно смотрите, чтобы стоимость на бирже была выше, чем цена на сайте, чтобы не уйти в минус. В этом и стоит заработок. Чтобы найти выгодные аккаунты и сразу продать и получить прибыль, я выберу этот аккаунт и покажу, как заработать. Amazon номер 6355. Продать на бирже можно будет за 44 тысячи рублей. А здесь он стоит всего 1400. Жмем на кнопку «Выбрать лот» и переходим на оплату. Я оплачу картой. Имя, почта, телефон. Есть, жмем «Перейти к оплате». Так, выставляем номер карты. Пишем имя, фамилию, проверяем срок действия карты и вписываем цифры с обратной стороны карты. И уже после этого жмем «Оплатить». Сейчас на телефон придет пароль, вот он, пишем его сюда. 184840, нажимаем «Подтвердить». Вот оплата прошла. Вот данные нашего аккаунта, и теперь мы сразу можем его продать. Нажимаем «Реализовать за 44 тысячи рублей». Нужно подождать. Идет продажа аккаунта через биржу. Пока ждем. Вот оно. Реализация аккаунта выполнена успешно. Доступная сумма 44 тысячи рублей. Теперь эти деньги можно спокойно перевести себе на счет. Можно сразу на карту ввести или на киви. Я выведу на Яндекс, мне так удобнее. Переходим в Яндекс.Кабинет и копируем номер кошелька. Вставляем его сюда и жмем «Заказать вывод». Вот происходит отправка денег. Отлично, деньги отправлены. Возвращаемся на Яндекс. Сейчас будем наблюдать поступление. Для этого нужно обновить страничку. Все отлично, все пришло. Ребята, на этом будем заканчивать. Жду от вас лайки, оставляйте комментарии, кто сколько заработал. Смело можете использовать этот метод в качестве дополнительного заработка. Надеюсь, аккаунт оплатит на всех. Ну все, всем пока.